на Новый год Дед Мороз подарил фреску. Медвежонок с ромашкой. Из песочка? Да. Сегодня мы ее будем делать. Делается она у нас просто. Отклеивается наклейка? Да. Вот так вот берем, отклеиваем. И сыпем на наклейку песок. Но мы сейчас вот все беленькие отклеим, наверное, которые белые, белым надо песком засыпать. Да? А потом будем посыпать песком. Я мачу. Сначала белым? Да, сначала возьмем белый. А я так, возьму вот зеленую травку засыпать. Ну, сначала белым сделаем. Вот этот лепесточек еще. И вот этот. Какой? Белый песок. Да. Они разноцветные пески. Да, у нас тут куча всяких цветов песка. И потихонечку присыпаем. Кира, вот так смотри. А теперь ты. Вот. Ой, мама прилетла. Присыпай, присыпай. Ой, стоп, стоп. Много. Сейчас мы его распределим. Как надо. Ой, у вас так. Сразу этот покрасился, да? Ну, именно, да. Лепесток не докрасился один. Ну, мы сейчас досыпем песка же. Вот сюда, на этот лепесток. Стоп. Вот так. Подожди, да я сейчас сюда еще. Нравится, Кира? Да. И вот сюда. Ты высыпай. Все, это лишнее. Откладываем белый. Какой следующий будете готовить? Ух ты, глянь, как получилось прикольно. А следующий цвет какой будет? Следующий сделаем розовым. Вот он, вот он розовый. Да. Так, у Мишки розовые ушки к пальцу. Да. Прям так прилипает сильно. Да. Так. Берем розовый песочек. Розовый песок. Открываем его. Держи. На ушко ему чуть-чуть сыпь. Еще, 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 еще. Ух ты, какой красивый. Все. И сейчас у Мишки будет розовое ушко. А второе? Второе сыпь. Угу. Молодец. Ой. Ой. Ничего, мы сейчас его на ромашку туда сыпем. Вот сюда еще на лепесток. Все? Все, все. Ты не спеши. Магия. Вот и магия. Мне не опять цветок. Все, стоп. Надо было взять какую-то щеточку. Подготавливать голубой цвет. Да. Голубые у нас тучки. Тучки? Дублочки. Глазки. Ромашка. Глазь. Глазь это только такой. Кисточки такие. Такие кисточки? Да. Это какой? Голубой. Правильно. То есть и тучки были. Вот такие вот цвета. Да.
Так, давай его так сыплю тебе и откроем. Держим. Смотри, нам надо насыпать на тучки, на глазки, на цветочек и на цветочек. Я хочу на этот цветочек. Сыпь. Стоп. Надо было, наверное, белый последним делать. Наверное. Теперь вот сюда на тучку. Ну, плохо, что нет инструкции, с чего лучше начинать. Глазки теперь. Вот, теперь глазки еще покрасим. И вот сюда на цветочек насыпь чуть-чуть. Вот цветочек не до конца оборвали, да? О, теперь у нас тучки вообще всех цветов радуги. И цветочек тоже. Но еще насыпь, посмотри, мало насыпала. А вы не оборвали до конца бумагу? До конца, там просто он содрал. Ой, это ты слишком. Все, голубые нам больше будет не нужен. Точно? Давайте темно-зеленый. А, это просто вот неправильно делаете. А как надо было? Ну, было часяно черный, но совсем белым. Замещать. Совсем? Совсем белым, черным перемещать в белым. А Дед Мороз и так оставил. Вы просто не поняли, как. Темно. Темно-зеленый? Темно-зеленый. Нет, темно-зеленый. Ну, буквально зеленый перемещает желтый. Ай-яй-яй, сейчас прилипнет. Держи. Смотри, у нас зеленый будет вот этот лепесток и вот эти вот кустики. Сыпь. Так, там достаточно. Теперь вот сюда сыпь на кустик. И вот сюда чуть-чуть. И на лепесток. И вот сюда. Еще, еще. Давай я чуть-чуть тебе помогу, может. О, все. Как... Думаю, хватит. Упадешь сейчас, баловница. Нельзя баловаться на стулочках. Ой-ой-ой. Красота. Я смеюсь. Ой, Кира убирает. Надо только будет кисточку вытрусить, да? Вымыть? Конечно. Так. Все, достаточно кисточку струсить. Это какой? Зеленый, светло-розовый. Светло-зеленый. Насыпай вот сюда, вот сюда. Угу. Все, достаточно пока. Сейчас я его распределю здесь. Чтобы он у нас прилип. И прилип, и прилип. И останется потом черный в самом конце. Ну да, будет последний черный, потому что все ободки черные должны быть. Вот сюда чуть-чуть. Ой, много-много! Ай-яй-яй. Выключай пока, пока я себе. Так, закончили с зеленым цветом, да? Теперь коричневый. Кира убивает рабочее место. Так, теперь да, будем коричневый делать теперь. Или оранжевый, моську. Нет, сначала коричневый сделаем. А потом черный. У нас еще желтый есть. Ага.
приготавливает мама, глянь, как красиво. Отрезает мама, отрывает. Какой? Коричневый берем теперь. Выбирай, где коричневый. Коричневый. Вот их два у нас. Вот это тоже. Да, давай, открыть. Сосной какой, как лизу. Как лизу? Да. Смотри, сначала мы ему на лицо будем сыпать. Да. На мордочку. Засыпай вот тут вот. Так, теперь вот так вниз чуть-чуть. Хватит, наверное. Нам коричневого можно не сильно жалеть, потому что их аж два в наборе. А носик вы ему открыли? Да. Становится похоже, да? Да. Становится похоже. Нет, мордочка его. Вот такой щит. Так. А мы его в мордочку засипали. Оранжевый где у нас? Оранжевый? Как да. Солнышко. Вот. Вот. Давайте мне щеточку. Нет. К лицу не надо щеточку, она в песке. Она еще нам понадобится. Конечно, понадобится. Ну, а кто сыпать будет? Держи, кисточку клади. Ушки. Ой, подожди, я мордочку не отодрала. Не сняла. Как ее тут зацепить-то, а? Вот так. Ура! Все, сыпем чуть-чуть на ушки, чуть-чуть на мордочку. Давай. И на цветочек. Да нет, на лапки. Ага. Лапки. Все, держи. Можешь вот туда в уголок. Есть еще какая-то фреска или она одна? Одна. И одна картинка. Больше ничего. Таких картинок всяких много продается. Во всяких магазинах для рукоделия вообще прям очень много. Ну то и там делать. Будем струшивать? Стряхивать. Подожди, подожди. Сметай. А я пока желтенькое пузико ему сделаю. Пока ты желтый ищи. Где у нас желтый? Давай. Открываем. Нам желтого надо будет много. Ты еще один ищи желтый. Сразу. Вот он. Вот. Откладывай его в сторону. Он нам пригодится, возможно. Давай вот сюда. Держи. Смотри, нам надо насыпать вот здесь небо желтое, животик желтый и серединку у цветочка. Помочь? Цвета у песка яркие, хорошие, красивые. И животик. Все. Остатки надо положить. Нет, мы еще можем тут это еще. Ну сейчас мы посмотрим, надо нам будет куда-то досыпать или достаточно. Я думаю, достаточно.
А я думала еще на пузик. Нет, он же покрасился хорошо, смотри. А вот тут вот где цветочек? Все тут покрасилось. Нет, там вот где лепестки большие, да, вот тут вот. Все покрасилось. Ну, тогда хватит. Подождите, не спешите. Пожалуйста, убирайте рабочее место. А серединку вы желтым не, у цветочки не закрасили? Закрасили. А подождите. У второго? У второго синяя. Синий, а серединка желтая. Точно, пропустили. Подождите. Желтый цвет. Маме надо. Возьмем из остатков. Давай я сметом. Мам, я хочу. Один желтый нам не пригодился. Да. Очень? Да. Красивая получается? Да. Просто супер. Остался какой цвет? Черный. Правильно. Покажите нам черный. Ух ты, два штучки. А у нас тут зелененький, мы еще не досыпали. Ну ничего. Стебелек. Угу. Какой же стебелек? Ой. Стебелек у нас должен быть зелененький. Надо все-таки начинать вот с тонкого черного, а потом уже все остальное. Контур сначала делать. Угу. Вот еще черный. А то получается, зеленый, что я снимаю то, что мы уже насыпали. А-а-а. Черный. Теперь так, аккуратно, держи. Кира. И теперь нам надо посыпать вот тут чуть-чуть. Вот тут, и вот тут, и вот и там, вот тут, и вот тут. Короче, везде. Кроме зеленого, да? Там еще есть песок? О, еще столько много. Хватит? Да, одной хватит. А их нам положили аж две. Ура! И получилась у нас такая черная картинка. Тучка. А мы теперь возьмем кисточку и все это вот так размажем. По белому и оранжевому. Ну, мы же не знали, что сначала надо с чего начинать. На следующий раз будем знать и сделаем все правильно. Да? Угу. Если дети M&M's, будете здоровы. Ой, покажите красоту. Сейчас мы ее сметем. Я хочу. И еще нам же зелененький пока найди, такой темно-зелененький. Вот он. Потому что у нас здесь осталось... Кусочек. Да, стебелек мы не покрасили в зеленый цвет. Кира у нас забыла. Чистоплотная опять убирает рабочее место. Подожди, давай я вот это докрашу сейчас, и ты уже все вместе сразу уберешь, хорошо? Вот это красота. Давай. Ну, Кира, показывай. Ну, сейчас же мы сметем все лишнее. Вот, в общем, научение. Сначала делать темные цвета, потом светлые. Сначала контур, а потом все остальное. Хорошо. Иначе на светлых тонах у нас тучки получились разноцветные, больше серые. Ну, показывай. Вот. А еще в наборе у нас шла рамочка. Вот я ее уже собрал. Папа нам ее сделал. Сейчас мы ее вложим туда и все. Будет красиво, на стену повесим. Вот. Какая красота. Понравилось? Да. Подписываемся. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну, а пока-пока, друзья. Пока-пока. Мне нужно что? Убирать? Убирать шпильки.